Актуальне інтерв'ю продовжує ефір 9 каналу. І сьогодні будемо обговорювати справді важливу тему. В нас інших і не буває. Менше з тим зроблю акцент. Насилля у будь-яких його проявах сьогодні, здається, на поверхні, на виду. Про нього пишуть різні медіа, його показують і блогери, і випадкові перехожі. Зараз можна йти повз і зняти на телефон бійку чи скандал. Теми вже ніби і не табуйовані, але ставлення до них досі складне. Моя гостя сьогодні Наталя Валовська, вона психолог, керівниця громадської організації «Альтернативний рух» і віднедавна ще учасниця ініціативи «Пані Патронеса». Доброго вечора, наші гості. Я сразу скажу, що ми не зможемо з вами обсудити всі теми, тому, наверное, предложу вам, давайте зустрічатися регулярні. Добрий регулярно вечір. Или регулярніє. Готові? Готовы. Готовы. А тогда начнем с громадского объединения, да, «Альтернативный рух», чем занимается и что такое «Пани Патронеса». Угу. «Альтернативный рух» – это там, где я являюсь главой. Это организация, которая занимается социальными проектами. Назову одни из нескольких. Это работа с детьми, которые сироты и у которых ментальная инвалидность. Еще мы, есть у нас такой проект, мы работаем с ювенальной пробацией города Днепра, мы работаем с условно осужденными подростками. Мы работаем с педагогами, которые работают в интернатах с детками, и у которых тоже очень высокий риск эмоционального и профессионального выгорания. Вот с ними мы работаем уже вот в течение 2 лет. И недавно, получается, возникло такое предложение к нам, поступило, чтобы мы вошли в одну такую вот организацию общественную, тоже одну хорошую, которая называется «Пани Патронеса». Вот такая вот инициатива возникла, там, где собрались 7 организаций, которые точно так же, как и мы, занимались соцпроектами и социальной работой. Это работа с женщинами, которые пострадали от домашнего насилия, это дети, которые пострадали от домашнего насилия. Туда же входят юридические организации, которые работают, и в котором надается вся, скажем так, весь спектр услуг для женщины, сопровождение для этой женщины, для ее детей. То есть там и соцработники работают, психологи, юристы, благотворительные фонды, которые собирают деньги на нужды детей, лечат их. Очень большой спектр. Угу. А я думаю, что вот уже достаточно у вас опыта, чтобы иметь какую-то, ну, свою, по крайней мере, такую уверенную статистику. Скажите, кто на сегодняшний день вот больше всех нуждается в помощи? Ну, вот из тех групп, которые вы перечислили, возможно. Ну, на самом деле, в Днепре, да, в нашем городе? В нашем городе кто больше всех? Ну, понятное дело, что сейчас из-за как раз ситуации с карантином очень возросли случаи домашнего того же насилия, поэтому и была организована вот эта вот инициатива. Ну, я непосредственно в «Пани Патронесе», я работаю с детками, которые пострадали от домашнего насилия. Пострадавший ребенок от домашнего насилия – это не всегда тот ребенок, которому применялось физическое насилие. Возможно, ребенок был свидетелем, но по законодательству, если ребенок находился на территории, даже в соседней комнате, он является точно таким же пострадавшим от домашнего насилия, как, например, вот женщина, если она пострадала от домашнего насилия. Угу. Виды домашнего насилия, они разные, да, насколько я понимаю, да. Есть? Вот по-прежнему бытует такое понятие «бьет, значит, любит». Значит, виды домашнего насилия. Что входит в понимание домашнее насилие? Это физическое насилие, психологическое насилие, экономическое насилие и сексуальное насилие. Насчет предыдущего того, что вы сказали, это физическое же, конечно, насилие. И это раньше так очень многие это стереотипы. Думали, да. Это устаревшие стереотипы, которые, наверное, уже давным-давно пора вынести из нашего обихода понимание, сознание, чтобы в обществе не было такой вот терпимости к этому насилию. Угу. Пора-то вынести, а выносят, оно же существует, да? И... Ну, смотрите, закон противодействия домашнего насилию, да, такой как статья именно в кодексе,
был принят совершенно недавно, в 2018 году, в 2019, по-моему, вступил в силу, поэтому тут совершенно небольшой срок прошел с того момента, когда социум начинает понимать, что это такое, что бьет, значит, не любит, а просто бьет, что ссоры из избы выносить надо, особенно если этот ссор называется домашним насилием, то, что какие последствия это могут быть для детей, у которых, ну, когда будет страдать психика их, да, у них будет вот два развития сценария жизненного. Первый, они могут стать сами абьюзерами, потому что они видели, как решались вопросы, как происходило общение, коммуникации. Они будут думать, что да, это вот так вот нормально, это норма. Угу. Либо в будущем, впоследствии, скорее всего, это, возможно, женщина будет, то она может стать потерпевшей от домашнего насилия, пострадавшей. Я очень часто слышала такое мнение, что физическое насилие, скажем, или любое другое, да, из видов домашнего насилия, происходит потому, что жертва, условно назову жертвой, позволяет это делать. Это так? Нет. Там механизм формирования того, как человек становится уже в статусе потерпевшего, у кого-то это, конечно, разный процесс по времени, но это формируется точно так же, как какая-то зависимость формируется. Это не происходит в одну секунду, возможно, есть какая-то предрасположенность к этому, да, это среда, в которой находилась потерпевшая, в которой она жила, да, например, взяла ролевую модель общения родителей. Это может быть, но это не обязательно. Ну, терпит и молчит. Да, но это не обязательно. На самом деле жертвой, потерпевшей от домашнего насилия, может стать кто угодно. Потому что оно имеет разные виды, формы. Иногда кто-то даже не догадывается, что когда на него каждый раз просто говорят: «Моя ты дуреха, ну что ты такая?» Психологическое насилие. Да, это либо газлайтинг, есть такое понятие, когда вам отказывают в... скажем так, в восприятии вашей реальности. Вот вы говорите: мне это не нравится, не делай так больше, а вам говорят: ну что ты, не выдумывай, нет, тебе показалось. И тебе внушают это каждый день. И ты уже потом в конце концов, ты не понимаешь, это так или не так, у тебя как-то не особо уже сформировано свое мнение, ты его уже не можешь отстаивать и так далее и тому подобное. А как женщина может понять, как она может узнать, что это насилие и что без него лучше, например, если она так привыкла жить и... Ну, привыкла, это тоже, я не думаю, что это такое вот, ну, привыкла. Когда у меня вот спрашивают такие моменты, ну, я все время вот спрашиваю: а какие для вас комфортные? Что для вас комфорт? Она не знает другого, например. Я думаю, что все равно она прекрасно понимает, что вот если абьюзер придет домой или агрессор, например, если он еще там пьет, либо какие-то запрещенные препараты принимает, она прекрасно знает, что вот, наверное, скоро вот он придет, и он будет чем-то недоволен. И у нее начинается какая-то тревога, она начинает там какой-то борщ делать более горячий, чем пирожки более вкусными, но это все не помогает, и ей некомфортно. Но в какой-то момент она понимает, что ей сейчас придется спасаться от этого. То, наверное, скорее всего, нужно понять, что, ну, не понять, а увидеть это. Но потерпевшим это тяжело очень. Потому что Бывают люди с разной степенью восприимчивости, и да, кто-то видит это как обиду, там, унижение себя, а кто-то, ну, мне все равно, в принципе, я не вижу, да, ну, говорите. Есть еще такое понятие, как синдром выученной беспомощности, когда очень часто со временем ты одна ситуация, потом другая, третья, четвертая, и потом наступает какой-то момент, когда, ну, такая деморализация полнейшая. Ты думаешь, во-первых, женщине еще нужно думать, она еще думает о детях. Зачастую это маленькие дети, зачастую у женщины нет средств к существованию, она зависима, это жилплощадь, финансовая зависимость, ну и дети, конечно же. И, скажем так, позиция нашего общества все время, типа, вот дети должны быть с отцом, семья должна быть полная, и детей нельзя оставлять без отца. Должны? Обязательно это должно быть?
Это такая позиция как бы в обществе навязывается, транслируется. Там, у нас никто не разводится в семье. Вот у тебя 3 сестры, 2 брата, и у них у всех хорошие браки. Ну, во-первых, непонятно, что такое хорошие браки, потому что для каждого это понятие свое. Вот. Ну, и женщине предлагают терпеть вместо того, чтобы решать. Это не всегда же, возможно, нужно разводиться или еще что-то. Для абьюзера тоже существует, например, понятие как терапия, прохождение там, терапии. Он тоже может... Психологическая. Да, психологическая тоже, да? Помощь, семейное консультирование. И как часто это помогает? Ну, в ваших, вот, в вашей деятельности такие случаи часто встречаются? На моей практике, вот я недавно начала работать в этом направлении, да, с детками, которые пострадали от домашнего насилия. У нас сейчас есть семья, там, где мужчина, абьюзер, он сам захотел и сказал, что он для сохранения семьи, он хочет пойти на терапию, потому что дети ходят, жена тоже посещает психолога, и он изъявил такое желание. Ну, для нас это, конечно, ну, скорее исключение. Наверное, это, да? Во-первых, исключение, а во-вторых, ну, это огромная радость, это, ну, такой вот сдвиг большой. Ну, наверное, подобный случай, это очень такой уверенный путь к излечению, да, назовем это. А бывают случаи, когда поздно, когда ничего нельзя сделать? И что происходит, когда поздно? Ну, смотря что вы имеете в виду поздно. Ну, то что, семья распадается, или человек уже вот, получает такую травму, или болезнь какую-то приобретает в результате, да, вот, подобных отношений, насилия. Там. Ну, я думаю, что, конечно же, потерпевший человек, который находился в таком состоянии, в этом домашнем насилии, он, ему самому тяжело принять решение. Но тут мне еще бы хотелось очень важный такой момент сказать, чтобы люди не боялись просить помощи. Люди боятся просить помощи. И нужно, чтобы, опять же, та же информация нужна для общества, для социума, чтобы они понимали, что если обращаются за помощью, значит, человек действительно нуждается в нем, и он затратил огромные такие душевные силы, ресурсы, возможно, последние свои, чтобы просто попросить о помощи. И самое основное тут, конечно же, принять человека, не осуждать ни в коем случае и поблагодарить за доверие такое, за силу его и попытаться ему помочь. Угу. Ну вот в нашей студии бывала ваша коллега, да, Людмила Коломоец, угу, и да. Такой руководитель объединения «Новое я». Очень много говорили мы о проблемах шелтера. Насколько я знаю, этого шелтера сегодня уже не существует. Угу. Да? То есть не нашлось денег у властных наших структур, чтобы поддержать. Угу. Что, какая-то альтернатива на сегодняшний день появилась? Куда могут или должны обращаться вот те люди, которые нуждаются в помощи? Ну, во-первых, у нас есть коммунальный заклад, который теперь будет финансировать из средств, из бюджета горсовета. И там есть отделение, там, где женщины с детьми. А еще появится новое отделение, там, где будут женщины без детей, которые, ну, пострадали от домашнего насилия, но им тоже некуда идти. Вот, поэтому, да, вот такой вот коммунальный заклад есть. К сожалению, их мало. Их не хватает. Недостаточно. Их недостаточно, потому что вот как раз карантин-то и показал это, что женщинам деваться абсолютно некуда. Угу. Их никто не возьмет без того, чтобы им там пройти какие-то справки, собрать по состоянию здоровья, чтобы там находиться. Угу. А вот еще такой вопрос. Ну, есть у нас такие яркие примеры там на сегодня, да, случаев, например, там недавнее избиение девушки-журналистки, которая ехала в поезде, и вот случилось нападение. Тоже насилие, да. Очень много комментариев там в соцсетях, да, об этом. Сама виновата, допустила, там, а как она вот там то-то не так сделала. То, вот в чем здесь причина? Это нездоровье вот этого человека, который совершил нападение, или действительно эта женщина допустила какие-то ошибки? Нет, никто не может допускать никаких таких вот ошибок. Ну, у насильника, у абьюзера, у агрессора, у него есть варианты развития событий. Он может напасть, он может не напасть. У потерпевшей, то есть у жертвы, да, у нее нет таких вариантов. У нее только один будет вариант, на нее нападут.
Поэтому тут не бывает такого, что кто-то одел какую-то юбку. Ну, вы сейчас говорите о провокации, о, да, таком вот, не, о таком вот термине, как шейминг, то есть это позорить пострадавшую, потерпевшую. Это когда рассказывают о том, что а куда ты 12 часов ночи шла? Да, да, что, о чем ты думала? Да? Есть много вариантов, откуда она шла. Она шла с работы. Все. Ей нужно кормить себя, детей и так далее. Шейминг – это тоже вид психологического насилия? Я думаю, да, он что-то сродни буллингу, потому что очень много таких вот комментариев, сама виновата, они зачастую поступают от женщин женщине. Это происходит из-за страха того человека, который комментирует, скорее всего, потому что есть вот определенные правила, и, возможно, эти правила только в голове у этого человека. Ну, ты не будешь ночью идти в 12 часов ночи, ты не должна ходить, тогда с тобой ничего не случится. Ты не должна быть ярко накрашенной, тогда с тобой ничего не случится. Ты не должна ходить в короткой юбке, в платье, условно, ну, тут вообще в чем угодно. Не носить мобильный телефон. Да, все что угодно. Вот такие вот правила. И вот если ты их соблюдаешь, то якобы с тобой ничего не случится. Но когда мы видим, что случиться может, да, девушка, по-моему, не шла в 12 часов ночи в короткой юбке. Она ехала со своим сыном в купе. Да, и это абсолютно не подходит под, даже под какие-то описания этих правил, которые находятся у людей в голове, которые шеймят это все дело. Как часто обвиняют вас, психолога, в том, что, например, женщина там занималась, да, ходила на сеансы и в результате приняла решение, ну, я не знаю, о разводе, например, да, и вот мужья имеют такую особенность, да, говорить, что это вот терапевты виноваты. Ну, терапевты, психотерапевты. Я понимаю, это такое, знаете, перекладывание ответственности с себя. То есть, конечно же, лучше найти кого-то виноватого, назначить его на должность виноватого и все, весь свой гнев, какую-то агрессию сливать на этого человека. Но на самом деле, конечно, это не будет работать, потому что вместо того, чтобы заглянуть в проблему-то поглубже, да, посмотреть, а почему, а что случилось, это раз. Второе, я думаю, что психолог не говорит человеку на консультациях, на сеансах, конечно, на сессиях это о том, что да, психолог не советует. Вот. Если, например, та же женщина в процессе консультирования поняла, что ее эта жизнь, она же почему-то пришла, значит, у нее был какой-то запрос изначально, да, значит, она хотела каким-то образом изменить свою жизнь, которая ее не устраивала, которая была для нее некомфортной. И если в процессе сессии, в процессе работы она поняла что-то про себя, про свои границы, про свою личность, то, да, возможно, если ей больше не по пути с этим человеком. Как часто нужна помощь вам, психологам, психологическая помощь? Нам нужна помощь обязательно, нам, социальным работникам, полицейским, нам нужна помощь, и это либо саморегуляция, упражнения там, для себя, для разгрузки, это либо посещение психолога, либо посещение каких-нибудь таких терапевтических групп, которые помогают работать, например, там, в направлениях, в которых я, например, работаю, да, потому что мы очень все подвержены эмоциональному, психологическому, профессиональному выгоранию, и если вот мы выгорим, то от нас не будет никакой пользы. Поэтому идете к коллегам? Да. Часто? Вот сегодня сейчас иду, буду как раз проводить такую терапевтическую группу и встречу как раз вот для наших девочек из Пани Патронессы. Ну, я предлагаю на сегодня мы поставим такую небольшую точку, да, поскольку мы договорились продолжать эти темы. Я надеюсь, что в одной из следующих программ вы какое-нибудь из упражнений покажете нам и нашим зрителям. Обязательно, с удовольствием. Спасибо большое за общение вам. Спасибо. Ще раз дякую за розмову глядачам за увагу. Наталя Воловська, психолог, керівниця громадської організації «Альтернативний рух», учасниця ініціативи «Пані Патронеса». Говорили про насилля і допомогу жертвам насилля. Ще раз дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі!